Привет! Сегодня уже четверг, 24 декабря. Вот, сейчас 9 утра. Мы уже с Иришкой встали, я уже помыла голову, все сделала. Так, ну, я уже собралась на маникюр, у нас уже 11:30. Вот, я уже оделась, накрасилась даже, пыталась накрутить локоны, хотела попробовать на плойку к Новому году, чтобы тоже накрутиться. Но получается прикольно такие кудри, но очень долго их делать, вот, так что я так чуть-чуть совсем накрутила. Челку тоже пыталась накрутить, но так себе получилось. Вот, и сейчас пойду на маникюр, а потом мы поедем в Соларис. Вот, докупать подарки, и к новогоднему столу тоже хотим уже так все закупить конкретно. Не знаю, какой хочу сделать цвет еще. Посмотрю, тогда уже определюсь. Вот, такие дела. А сейчас позвоню еще в университет и узнаю все-таки насчет сессии, как все-таки она будет проходить. Ну, понятное дело, что она будет проходить очно, но так как я из другого города, и я хотела уточнить, может быть, все-таки можно мне не приезжать, а сдать ее дистанционно. Вот, хочу узнать. Так, я уже пришла с маникюром. У нас 12:30, сегодня вообще быстро сделала на мне, за 1:40 где-то. Вот, уже пообедала, попила кофе. Сейчас покажу вам маникюр. Вот такой вот белый, такой с блесточками, снежок белый. Вот, и мы сейчас поедем с мамой, Иришкой и бабушкой в Соларис. Вот. Привет. Всем. Вот такая нарядная штанишка, кофте, сережками новогодними. Да, вот так вот. Так, звонила я в деканат, узнавала. По дистанционно, короче, сказали, что можно, если вы согласуете все с преподавателями. Но я вот уже решаю этот вопрос, так сказать. Вот, так что, думаю, все получится. Приехали мы уже в Соларис на такси, идем в Золотое Яблоко. Да? Кстати, да, с 23 декабря. Такой крем со скидкой в Золотом Яблоке. Мне он нравится. Наверное, возьму. Смотрите, какая прикольная штука. Видите блестки? Это этот. Смотри, бальзам. Какие? Нет. Рассыпчатая пудра с шиммером. Прикольно вообще. А где они, Риш? Какая-то осмотрена. Пойдем. Чуть подороже, да? Смотри, это такие бальзамы, короче, новые, прикольные. Это с голубикой. А мы на сайте еще видели миндальный круассан. Хочу попробовать. Ух ты! Вот, смотрите, миндальный круассан. Там еще был с капучино. Прикольно. Манговая, пока на фото. Да? Ну, давай возьмем. Мы уже зашли в Глобус, уже зашли в Золотое Яблоко и в Юникло уже были. И сейчас будем уже закупаться к Новому году в Глобусе. Людей вообще очень много везде. Взяли вот такое шампанское. Мы его брали вчера на пробу, чтобы попробовать и решить, брать на Новый год или нет. Вот, нам понравилось, да. Оно такое белое, сладкое, прям отличное. И Швепс взяли. Я взяла еще такой гранат и мохито. Это мохито и обычный. Тут еще играет Джастин Бибер. Какие-то макароны интересные.
прикольно. А это, смотри, булочки арбатские с сыром. Как мы берем хлеб арбатский, нет? Я такой хлеб покупаю. Так, мы все ходим, взяли сыры, колбасу, бастурму, рыбу красную я взяла. Две, да, такую. Всем привет! Сегодня уже пятница, 25 декабря, следующий день. Я сегодня работаю, вот, и уже приехала на работу, мне еще полчаса до рабочего дня. Сегодня вот так, кстати, накрутилась получше, чем вчера. Вот, сижу, жду. Сегодня такой снег выпал, вообще метель. Тут так я сижу, это напротив моей работы, салон, но он еще закрыт, тут диванчики, кресло, вон там дорога. Ну, не очень видно снег, конечно. Вот так вот, но сегодня метель, вообще на дорогах, наверное, будет апокалипсис. Ну, хоть под Новый год немножко снежка выпало. Зашла в Биллу, купила мандаринов. Чуть-чуть, совсем. Больше ничего не купила. Всем привет! Привет. Сегодня уже суббота. И мы сегодня приехали на рынок. Еще я закупиться к Новому году немного. Мясо, овощи. Ну, мясо мы будем здесь покупать, а в метро, а тут мы хотим креветки и лангустины. Вот. Идем на рынок. Такая грязь вообще. Ужас. Сыр бабушка просила купить. Сегодня. Следующая дислокация наша. Да, тут рыба. Два таких отделения. На одном мы уже были. Мы купили так, по мелочи сыр, солености. Ёлки тут. Красивая рыбка. Вкусняшечка. Девочки. Тут, короче, овощи. Сыр, яйца, творог. Рыбка фермерская. Даже полтора. Я покупаю кешью и миндаль. Цены гораздо дешевле, чем в магазе. Специи. Давай возьмем специи. Тут. Ну, сейчас еще давай обойдем. Ну, да, мы рисунули, возьмем тогда. Красивые. Маленькие. О, супер узбекские помидоры. Вообще классные. Пахнут просто вот. Просто с зеленью, летом, с солнцем. Самые вкусные помидоры, что я ел. Но в Михайловке тоже бывают, в Волгограде, сезон, когда... Так, вот и нет. Тополь 35. Пойдем, какая манго. Какую цену манго сушеный у вас? 2000. Миндаль. Вы там были упакованные орехи, конечно, уже упакованы. Ну, манго в какую цену? Манго 350 рублей. Килограмм? Или пачка? 500 грамм. Ну, это тоже нормально, в принципе. Не знаю, нужна она тебе. Я радуюсь, вот такой есть. Хочешь купить? 350 рублей полкило. Ну, на самом деле, хочешь нормальная цена. 350 рублей полкило. Красиво у них все сложно.
Спасибо. Дороже хурма. Хурму можно взять. Хурма тоже хорошая, у них всегда 520 рублей. Очень шикарная. Мягенькая. В обычных магазах где-то раза в два, наверное, дороже. Королёк. Ну, мы сейчас найдем хорошие гранаты какие. Гранат тоже можно взять. К Новому году что-то сделать. Манго. Какой-то страшненький. Бывают симпатичные. Повезли хурму. Страшной силой. Покажи. Две пачки. Да, такое. Да, вы с ума сошли. И такое. Экзо и Эко-Вилладж. Такое мягенькое, хорошее, свежее. Кошмар. Ну что, цена нормальная. Поедим с чаем, покушаем. Хорошо. Есть маленькие гранатики. Они по 150 рублей. Очень маленькие. Есть побольше, они 120. Грибы. Хорошая цена на все. 70 рублей килограмм виноград. И качество всего достойное, хорошее. Все свежее. Ну, бывает иногда что-то попадется. Я снимаю вам для влога. Ну, правильно. А то у нас нету это эфирного времени. Тут рыба. Столько людей. Япон. Вообще жесть. Как купить рыбу? Походу никак. 100 рублей вообще. Тоже хурма хорошая. Мягенькая прелесть. Королёк. Я надеюсь, сладкая морковка. Хороших, чтобы мне потереть их. Расценки, расценки. Лук 30, картофель 30. Помидор 150. Муля, сколько у них хурма стоит? Он там... Какую цену хурма? Хурма 120. 120. Хорошая. Тут 100. Ну, сейчас посмотрим, посмотрим. Сейчас я к вам вернусь. Вот, будем брать пекил ангустины без головы за 780 килограмм. Ну, вот в коробке такое примерно 2 килограмма, по-моему, было. Есть сейчас с головой за 700. Ну, разница небольшая, но... Мы возьмем без головы, чтобы было легче чистить. И... Ну, с головой так и будет по цене, мне кажется. Много тут рыбы, конечно, еще мы возьмем. Окунем. Ну, это на завтра покушать. А креветки вот такие королевские 550 большие, а есть просто крупные 600. Ну, возьмем эти, наверное. Тут еще такая всякая рыба соленая, копченая, да, наверное? Морской окунь, 7 штучек целеньких. Ну, мы приехали еще в Саларис с Илюшей. Илюша хочет купить мне подарок на Новый год. Сил моих нет. Он не смог выбрать и не знает, что мне лучше подарить, и поэтому решил, чтобы я выбрала, и он мне купит. Подарил свою карточку. Что я захочу. Вот. У нас уже 7:30, и вот мы еще приехали в Саларис. Людей много. Ну как? Ну, нормально так вроде. Не сильно. Много, да. Я заткнулся в Starbucks недавно. Мужик Лёша мне уже кое-что купил, да. Но он пока не будет показывать. Он так счастлив и рад, что уже что-то купил мне. Просто а то он кайф. Так переживал, что ничего не сможет купить. Вот. И джинсы еще купили мне, черные. Ну это так, просто не на Новый год. Ах.
шарик. Вот осталась еще одна часть подарка, но я не знаю, что еще. Ваше здоровье. Илюша захотел кофе с чизкейком. На радостях. У него чизкейк и латте, а у меня капучино. Но без чизкейка. Осталось чуть-чуть, я надеюсь, сегодня допьем. Не буду упаковывать пока. Ну да. Будем надеяться, что Нинуся что-то придумает. Ну, может быть, я не сегодня придумаю, но... Желательно сегодня. Так, ну все, мы едем домой. Илюша, ты докупил мне подарок? Да. Пока я ходила к бабушке за пакетами, он говорит, что докупил последнюю часть подарка. Секрет. Вот, да, которая будет сюрпризом. Все, он довольный, да? Да. Довольный. Да, что мы все купили, что он все купил мне. И на 29-е. 29-е у нас годовщина. Вот. И 6 на... незабываемых лет. И на 31 декабря он тоже мне вроде все купил. Ну, может, типа, подкупит там еще что-нибудь. Вот. Конечно. Я там все намекала на вот эти мармеладки. Вот, ну, в глобусе они есть. Ну, может быть, там сладенького же надо что-то еще и купить. Не темно там хоть. Вот, ну все, мы едем домой. Я уже буду с вами прощаться сейчас, потому что... По дороге смонтируем влог. Да. И уже когда приедем, будем купаться и ложиться спать. Все, у нас 10 вечера, мы едем домой. Так что всем пока-пока, спокойной ночи. Пока. До завтра. Ну, не до завтра, потому что влоги у меня выходят не каждый день. Практически раз в неделю сейчас. Но я хочу постараться снимать чаще и выкладывать чаще. Ну, так что до следующего влога. Пока.